Гололед. Что может быть хуже? Лед на дороге – это очень плохо. Хороший лед – это очень хорошо. Так считает Габдрахман Кадыров, шестикратный чемпион мира. Отличный ленинградский лед сделал еще более увлекательным зрелищем полуфинал чемпионата мира по мотогонкам на льду. В финале приняли участие 16 спортсменов из 8 стран. По условиям соревнования только трое его участников от одной страны могли выйти в финал. Поэтому особо острая борьба на ледяной дорожке развернулась между четырьмя советскими гонщиками, лидерами состязания. По итогам 40 заездов победителем полуфинала стал башкирский спортсмен Владимир Чапалов. Второе и третье места заняли также советские гонщики, ленинградец Владимир Смирнов и Сергей Казаков из Владивостока.